Смотрите на реакцию чувака, пишет, офигеть, дай скрин, что, как, о мой... Это, ребята, секретная анимация «Нож-бабочку». Если ты поставишь лайк на это видео и подпишешься на мой канал прямо сейчас, то тогда у тебя будет такой же инвентарь, а возможно даже дороже. Здарова всем, ребята, меня зовут Кент ПК, и у меня для вас есть одна очень хорошая новость. Я думаю, вы уже из названия данного видеоролика догадались. У меня просто к вам небольшая просьба, поставьте лайк, кто себе бы хотел в инвентарь нож-бабочку. Ну что ж, ребята, возможно, вы скажете, я сумасшедший, возможно, я сошел с ума, возможно, я дурачок, но посмотрите, что я себе купил. Блин, я просто теку, посмотрите на эту анимацию, посмотрите, насколько это круто. Блин, охренеть, это нож-бабочка, да, это именно та малышка, на которую я потратил все свои деньги. Я продал кучу скинов и купил за 8к голды данный скин на нож-бабочку. Блин, ребят, ну он просто охренительный. Вот напишите ваше мнение, что вы думаете по поводу данного скина. Блин, я не могу, как же это круто. Ну что ж, давайте с ним немножко поиграем на сервере и посмотрим на реакцию. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CD Drop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. CD Drop — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Так, ну что, я зашел на сервер, давайте посмотрим на реакцию игроков. А ну-ка, а ну-ка. Ну, пацаны, посмотрите, посмотрите, что у меня есть. Ну-ну-ну-ну, о-о, заметил или нет? Посмотрите на парня под ником Сенчоус. Он просто охреневает и не понимает, что происходит. Он такой, блин, я тоже хочу нож-бабочку, дай мне нож-бабочку. Братик, понимаешь, нож-бабочка — это пуля. Но, увы и ах, у тебя, к сожалению, обычный нож. Но, возможно, когда-то Кент ПК разыграет своим подписчикам нож-бабочку. Поэтому подписывайся на мой канал и ставь лайк. Ребята, у меня есть небольшая, а точнее большая плохая новость. У меня нет оружия. Ну я убил с ножа бабочки чувака. Охренеть, не встать. Вот это понимаю, игра. Вот это понимаю, пошла жара. Пацаны, а ну-ка, ну-ка. Ну, кто-то еще заметит? Или всем насрать на мою нож бабочку? Ну, я что, зря его купил? Где же ваша реакция? О, смотрите, уже 2 чувака. Раньше один чувак бегал за мной, теперь уже 2. Ха-ха, чувак в шоке. Не, ребят, ну честно говоря, я тоже в шоке, потому что нож-бабочка, ну, это просто топчик. Кстати, да, у меня новенький скин на эмочку, мало ли кто не видел. Давайте немножко поиграем с ним. И я надеюсь, то, что мне повезет, и то, что мы выиграем. Охренеть, мне граната прям в щи прилетела. Я помню. Ха-ха, 4 хп оставил противнику, бывает, бывает и такое. Давай, Сенчоус, не подведи нашу команду. Ё-моё, все, я помню, мы проиграли в этом раунде. Так, хорош, 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 минус 1, давай, минус 2, братик, давай, 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 just do it. Ой, красава, вот это я понимаю, мой парень. Давай, минус 3 сделаешь и подарю нож бабочку лет так через 10. Давай, 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 офигеть, вот оно раздает, я в шоке. Да ну ни хрена себе, или это не такие нубы, или он просто мега проигрок, я чуть не понимаю. Ну слушайте, неплохо, минус 3 и 4 почти убил. Красавчик, однозначно красавчик. Так, ну что, пацаны, опять достаю мой нож-бабочку, чтобы все понимали, кто тут авторитет. Вот, пацаны, да-да-да, у меня есть нож-бабочка, да-да, не удивляйся. Оп-оп-оп-оп, а у тебя обычный нож, у меня нож-бабочка, да-да. Так, ребят, давайте я себе куплю какое-то нормальное оружие, потому что я все время сливаю, и это как-то не камильфо. Ну, эмочка, 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 как обычно, эмочка, погнали. Фух. Ребятки, мы уже выиграем со счетом 6-4, поэтому нам проигрывать нельзя, только победа, только вперед, поэтому... Поэтому just do it! Ух ты, блин, чуть не умер. Нормально, убили одного. Вот это мы красавчики. На минимапе видел, где-то тут 2 чувака. Надо их, короче, просто взять и убить, и показать, кто тут главный по ножу бабочки. Привет. Все, изи, мы выиграли. Ю-ху! Слушай, ну анимация на нож бабочку — это просто пуля. Кстати, хотите, покажу прикол? Смотрите, это реально прикол, посмотрите. Как вам такое? Как вам такая анимация? А ну-ка. Как вы? В шоке? Это, ребята, секретная анимация нож-бабочку. Да-да-да, не удивляйтесь. Я же Кент ПК, я должен знать все секретные анимации на нож-бабочку. Блин, ну вот, ну это круто, ребят. 100% это заслуживает вашего лайка. Поэтому, пожалуйста, ну поставьте лайк, я все-таки стараюсь. Ради вас потратил 8к, ну как ради вас, ради контента. Потратил 8к голды, блин. Ну, надеюсь, вы поставите лайк. Так, ну что, погнали, 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 погнали.
Ядрить, колотить, я нуб. Мы били со спины. Так, ну что же, вся надежда на моего тиммейта ПКТ-мутант, парень с клана проказника. Давай, покажи, на что ты способен. Покажи, к чему тебя готовила суровая жизнь, к чему тебя готовил клан проказника. Давай, давай, давай. Кстати, ребята, скоро думаю снять клановые войны. Если вы поддерживаете мою идею, напишите, против кого вы хотели бы увидеть дуэль. Клан на клан. Вот против какого клана? Я, то есть клана Киборги. И против какого клана вы хотели бы увидеть дуэль? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, ну что же. Все, 8-4, мы победили. Это было просто. Смотрите на реакцию чувака. Пишет, офигеть, дай скрин, что, как, о мой бог, я в окно, дай пыжи, дай скрин. Ну, короче, ребят, вы поняли то, что реакция на нашу бабочку все просто охреневают. В принципе, как и я охренел. В общем, вот такое вот вышло видео. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Тент АПК. Всем удачи и всем пока.